Привет! Сегодня под моим бдительным взглядом электробритва от Браун. Обещаю гладкое бритье без раздражения. Проверим, так ли это. Поехали! Первое, что бросается в глаза, это стильный дизайн с узнаваемым рисунком. Но не только внешний вид заставил меня обратить внимание. Эта бритва, настоящий аквалангист, выдерживает погружение на глубину до 5 метров. Представляешь? Можно смело бриться прямо под душем, не боясь, что она выйдет из строя. И да, не забудь заглянуть в описание под видео, там тебя ждут приятные бонусы для покупки. О, этот гаджет просто кишит хитростями. Первое, что поразило, головка умеет приспосабливаться к контурам лица, словно водный змей, ловко извиваясь в труднодоступных местах. А теперь держись. Мотор здесь не простой, а с интеллектом. Он чует твою щетину и адаптирует свою мощь, делая бритье максимально эффективным. Технология микрокомп – это как лучший напарник, который подгоняет волоски прямо к лезвиям, ускоряя процесс. А для любителей идеальных контуров есть насадка Precision Trimmer. Мгновенно меняется и делает все аккуратно. Хочешь сухое бритье или предпочитаешь влажное – неважно. Эта бритва универсальна, как швейцарский нож. И кажется, она еще и чистоплотная. Одна кнопка, и она сама себя очистит, заряжает, да еще и увлажняет. Инфа о зарядке и состоянии аккумулятора – все как на ладони. Заряжается она быстрее, чем ты успеешь сказать «нужно бриться». И самое крутое – она мировая путешественница, адаптируется к любому напряжению. Короче, это не просто бритва, это целый бритвенный центр управления на твоем лице. Я внимательно изучил отзывы владельцев и выделил основные преимущества и недостатки этой модели. Минусы. Дорогие расходники. Довольно громкая. Сложности с волосками на шее. Плюсы. Хорошо бреет. Удобство использования. Чистое бритье. Не раздражает кожу. Верх качества. Емкий аккумулятор. Влажное сухое бритье. Плавное скольжение. Итак, мы подошли к концу нашего путешествия по миру идеального бритья. Не забывай, что под видео тебя ждут ссылки для покупки и специальный скидочный код. Хочу услышать твое мнение об этой бритве, пиши в комментариях. И конечно, если тебе нравится узнавать о новинках и проверять вещи на прочность вместе со мной, подписывайся на канал и жми лайк. Это мотивирует меня на новые обзоры. До скорой встречи, уверен, впереди нас ждет еще много интересного.